мы настроим тревоги электронной почты. Нажмите правую кнопку мыши. Настройка системы. Сети. Email. Заполните. Сервер. Сервер. Порт. Имя. Это значит почта электронная. Пароль. Это код автоматизации электронной почты. Тип информации. Шифрование. Отправитель. Получатель. Первый. Тема. Интервал. Которая почта интервал. Нажмите тест. Испытать удачу. Нажмите применить. Сейчас нажмите это setup канала. Детекция доверения. Выберите канал какой третий. Это детекция доверения. Это чувствительность. Всего 6 уровней. Выше и выше. Потом задержка. Это ручка. Какой? Нажмите будильник и зуммер. И уведомления по электронной почте. Нажмите применить. Попробуем. Вот изображение отправляется на телефон. Это сообщение тревоги.